готовы. У нас есть Skype, Skype такой-то, мы его добавляем. Нет, добавляем в Skype, добавляем в Steam, там приджонится, чувак нас не слышит. Это да, он это не Skype, зачем нам туда, Skype сюда. Короче, запись пошла, для тех, кто в записи смотрит, это первая проба поиграть Dead by Daylight. В эфире, соответственно, Бонивур, он там что-то сейчас вот говорил. БСП, здравствуй. Усатый педофил. Усатый педофил Бонивур. БСП, даже не слышно было из-за Бонивура. Давай, БСП теперь. Здрасте. Он будет выполнять роль маньяка. Можно получиться. Выполнять роль Джигурды, судя по голосу. Я выполнять роль себя в реальной жизни. Да, скрытого. И есть Тэй, которая... Которая, здравствуй, Тэй. Которая потенциально... Играет за рыжуху. У которой есть шанс остаться в живых ввиду... Ну... Чего? Что-что, от мужиков бегать я умею. Да смотря с какими мужиками ты сталкивалась, понимаешь? Некоторые-то могут и догнать. Так что... Я сейчас с вами, так что пока никто не догнал. Там... Но! Это вызов. Все, я выезжаю. Я въезжаю! Тут, как говорится, быстрые ноги мужиков не боятся. Слушай, да, я вообще педофил, меня не интересуют женщины после 18, старухи вот эти. Боишь, такого маньяка нету в этой игре, прости. А вот, посмотри на моего персонажа, чисто педофилюга. Просто, он даже забыл рубашку в штаны заправить, потому что уже там какую-то книжку листал с детскими сказками, наверное. Почему с сказками? В сказке разве маленький персонаж? Ну там маленькие девочки, Нильса на гусях листал и пару картинок увидел. Стартуем? Да, давно пора, мы как бы это... Единственное, мы пока... Все давайте в одной конфе, просто это первый... Но давайте потом найдем одного стабильного маньяка. Просто он нужен нам в Стиме, все. Он будет бегать с нами и все, и как бы нормально. Ты не поймаешь меня. Так вы мне не сказали, каким маньяком. Каким маньяком вы хотите? Да любым, выбираю по своему вкусу. Это будет сюрприз. Да. Удиви нас. Да. Удивить? Удиви. Окей. Ну все, все готовы, поехали тогда. Поехали. Надо будет коротенечко для новых объяснить вообще, что здесь нужно делать. Сюжет, сюжет игры очень-очень важно объяснить. Так давайте я вам сразу объясню. У вас есть 4 генератора, которые вам нужно отремонтировать, чтобы открылась дверь, через которую вы можете сбежать с карты. Так. На карте больше, чем 4 генератора, потому что, допустим, если я маньяк, не идиот, и вы 3 починили, то я мог бы стоять у одного, и как бы вы ничего не смогли сделать. Поэтому... Логично. А если маньяк идиот? Можете искать альтернативу, если вдруг как бы видите, что я вокруг одного тусю. На карте есть крюки, на которые я вас могу насаживать, и вы где будете висеть, истекать кровью и сопротивляться магическим паучьим лапам, которые вас тоже будут пытаться проткнуть. Вы можете спасти своего товарища, если меня нет рядом, и снять его с крюка. Если он будет брыкаться на крюке, он может умереть раньше. Ну и в игре вообще много всяких мест, где можно спрятаться, затаиться или перепрыгнуть какое-нибудь препятствие и обвалить его, и я не смогу вас догнать сразу. Ну, поехали. А как затаиться? Можно сразу? Отступай в тень. Хотелось бы затаиться немножко. А как узнать, где генераторы находятся, хотя бы в каком направлении? Они у вас не подсвечены? Нет. Нет. Ну, тогда ищите сами, что сказать. Спасибо, добрый человек. Я маньяк, между прочим. Я маньяк! А как увидеть, где твои френды вообще на карте? Они подсвечиваются, когда у них проблемы начинаются, насколько я понимаю. То есть, да. Либо их уже посадили на кол, либо... Твою мать, за мной, за мной! За мной, ребята! Беги, Бонич! За мной. Нет! Бонивора не настолько уже. А я могу сейчас Боничу помочь? Кинь его! Мочи, козла! Кинь его по кнопкам, не могу! Я тоже, я не пойму, что им надо. Ай-яй-яй! Подвесили Бонича. Красава, красава! Что, минус 2, что ли? Нет, я жив, ты, я не знаю, как... Я сейчас засажу тебя. Отпусти тёлочку, ты урод. Отпусти тёлочку. Мы сейчас играем в шоу Бенни Хилла с БСП. Майкер, ты этот генератор чинишь, нет? Нет. Я понял, я нашел чит. Просто надо бегать вокруг него. А, нет, он умеет быстро бегать. Быстрее, чем я.
Сейчас я вас настигну. Это, Бонни, ты когда мимо пробегать будешь, ты, если что, меня сними. Я, да, я, конечно, всегда за. Ладно, пойду за Майкером, он же на стриме где-то. Ай! Эй, я иду к тебе. Иду к тебе, детка, что надо жать? Что жать надо, что? Не знаю, нажми что-нибудь. Ох, тебе проткнула правую грудь, но, в принципе, даже лучше стало. Ой, я, по-моему, хромаю, бодрее бегаю. Слушай, а куда мы, что мы делаем? Не знаю. Ой, я тебя полечить могу, смотрите сейчас. Я тоже, М1 хил. Лол. Сейчас лечить друг друга будем. Да-да-да, такое ощущение, что я просто танцую вокруг тебя эротический танец. А! Эй, что? Ты что делаешь? Это я? Извини, я. Я немножко возбудился. Очень. Ай! Ай! Женщина никогда не водила вокруг моей спины руками. Сейчас я. Что? А что надо нажимать? Беги! А, беги! А! Ах ты проклятый маньячина! Рекавер! А что, регрупп? Что надо нажимать, чтобы он отвалил? Так, Бонни, ты повиси пока, но знай, я рядом. Да, я. Мне даже приятно. Space, я жму. А, не, меня... А почему я жму же Space? Меня там все... вовремя Space? Нужно нажать. Ай, ёб, ПРСТ. А, я минус, ребята. А могу обсервить эту игру вообще? Не, ну, всё-таки, наверное, надо побольше стрима запустить. Я ж просто не говорю, что... Твою мать! Как обсервером быть? Иди сюда, Миша! Нет, я хочу жить! Ты быстро генератору, быстро! Один генератор почти готов! Да ты чё, у неё там... Проблема. Ой, ёпрст. Я хромаю, но я иду. А как мне от лица Майкера? А можно от лица БСП смотреть? Это на самом деле тяжелее, чем кажется, то есть иногда, потому что если я вас из вида потерял, то найти потом очень сложно. Я могу подсказать БСП. Он рядом, ты. Донать полтинник, я не скажу. Не палите каком... меня, что ты тихо. Он рядом я со мной, скажу... спокойно. Я скажу, в каком шкафу Майкер БСП. Иди нафиг! Козлина! Бонич, ты будешь моим миньоном. Блин, 100% вебки нужны, прям с инфосоточка на следующий стрим. Конечно. О, смотри, какая лампа, прикольно. А как, я не помню, как поменять лицо, от которого обсить? Можно от маньяка, например, обсить? Может быть, видимо, это исключено, чтобы вы не палили, где я. Сколько генераторов? А, вы еще ни один не починили, или что? Еще раз, БСП. А, вон как это делать! Лол, я такой, конечно, не очень. А, нет, от лица маньяка невозможно, ребят. Давай, Миша, играй на этой волынке. Тэй, отвлекай. Я вас координирую. БСП, а ты ничего не сделаешь, они оба чинят генератор. Готов генератор. Красава. Лучший. Он за мной бежит. Да! Да нет! Меня... Нет, давай, быстрее, второй генератор. Давай. Сейчас. А сколько их всего надо? 4? Сопротивляюсь. А как сопротивляться вообще? АД. И что, можно ему платить? Еще два. Давай, Тэй, он пока Мишей занят. Ой, Тэй. Все, иди в том направлении, в котором шла. Извиняй, ну бас. Ты убежал, что ли? Да, тихо только. А как ты? Ты вырвался, да? Да, под самый конец. Беги, run, Neo, run. Run for your life. Отлично, потерял из виду. Да не скули ты как тёлка. Да как он видел? Я в кустах! Твою мать! Блин! Давай, он тянет время. Давай, второй генератор. Давай. Ты. Он меня снова тащит. Два. Угу.
пока вот да, сейчас он только в одну почку ему вырезал. Повеси пока. Ну, у меня особо выбора-то нет пока. Повеси пока, никуда не уходи. Да, он меня бьет, скотина. Он бежит за тобой, Тей. Держись. Нет, ты. Вон, есть уже маньяки. Приди. Никого нет дома. Я, кажется, вот все. Вот есть маньяки уже претендента, кстати, у нас. У меня жизни кончаются, если жизни слева внизу. Забанен. 30-й. Починила. Красавец. Остался один. Это мелочи вообще. Как один? А три же починили. Четыре же нужны. Как четыре? Ну, три починили, один остался. Итого четыре. Ну, это ничего страшного, потому что ВСП сейчас в другом конце карты. Вот тут есть всякие домики. Ой-ой, это жужжит. Да-да-да, это у тебя жужжит в обоих ухах. Тей-тей-тей-тей. Все, БСП, ты насладился, ради этого делал стрим. Это твой самый маньячный голос. Ты не пройдешь! Обойдет. Так, стоп, сори, я спектейт должен поставить. Ой, вот это попа. Лучше бы ты этого не видел сейчас, конечно. Да, ну я хоть принцип понял. Я не понял. Где тут крюки-то? Пусти меня! Ну, сладкое ты осталось, не переживай. Ну, это же тебя понятно, может... а можно ГГВП писать там? Тебя убивать, эй! Беги! Беги! Бегу! Он потерял тебя сразу же. Ты да, все время? Очень, очень, очень быстро ты это сделала просто. Очень вовремя. Ну бас! Подсказали, подсказали, твою ж медь! Вот поэтому надо, чтобы БСП мутился просто. Пусть он орет в скайпе, а мы общались бы нормально. А в смысле, чего вы подсказали? Я просто слышу, что она где-то там, я выбегаю с одной стороны, ее нет, с другой стороны ее нет. А как ты слышишь, что она там? Она внутри. А потому что у меня есть шумы какие-то. Сейчас прям как слушки. Какие шумы? Я как мышь сидела, стройная. У меня музыка начинает играть, когда я за вами гонюсь, если вы рядом, она не кончается. Занимает 80%. Опа, опять убежала. Юрка какая, а? Давай, стой. Молодец, вот так, в шкаф, молодец, все, хорошо. Опа! Здрасте. Вон он! Вон он! Ай! А не может зайти? Слово молча. Пойду я! Блин, ну на... Березка! Так, ты можешь еще там... Вон он! Спейс! Вот здесь спейс надо было нажать, чтобы ему преградить путь. И здесь можно было тоже вроде. Ну ладно, неважно. Там тебе подсказочки. Во, молодец. Отлично преградила путь молотку. Ты же этого хотел, давай. А тут и крюк по случаю. А почему меня всегда на хук сажают, я сразу умираю? Даже у тебя слишком мало хп, видимо, было. Столько раз по тебе попадал. Ну, в общем, вот так выглядит игра, и я готов уступить место. Не-не-не-не-не, мы сейчас тебя сделаем для начала, а потом уже спасибо, уступишь вообще место. Панивур, 3530, а можно конвертировать это в донат? Вот скептик готов сыграть за маньяка из чатика. Пожалуйста, добавляем ник в скептик, вот он в чате. Добавляем в пати и камон в ребаде. А зачем скайп добавлять, если Steam добавляем? Не в скайп, а в Steam, в Steam. Добавили в Steam, P-Profit. Давайте нет, попробуем. Чатики есть, в кастомной игре ведь вообще экспа никак не капает. Добавляйте, вот у него никнейм скептик. Я добавляю бы ничего. Ну,
скептик, только поскольку я тебя пролоббировал, ты мочишь меня последним, договорились? Погоди, это значит, я буду темнокожей женщиной, что ли? Что? Это я буду темнокожей женщиной, что ли? Ну я точно буду педофилом, я там мой единственный нормальный персонаж в игре. Так, скептик один, поэтому я понял, я не промахнусь. Просто нет, у тебя усов нет. Чат не добавляется, пацаны. В следующий раз будет, я надеюсь, Джуз с вебочками. Джуз нас не сможет догнать. Откуда ты знаешь, как он бегает? Вдруг он очень юркий. Все толстячки добрые, поэтому из него маньяк сразу отходит. Он будет догонять нас и читать нам сентенции. Вместо того, чтобы мочить зверски, отрывать ноги, высасывать из нас гланды. А вот и скептик. Через... Скептик, если ты слушаешь стрим, выключай его нафиг. Да а чё начала. Поехали. Ну 8 секунд забежит, ты же сам сказал. Подождите. Ну да, но нет. А он же должен быть маньяком. Ну маньяком, да. Сейчас я переставлю, погоди. Не переживай. Только он должен начать только нажать loadout и switch roll, чтобы я мог перейти за... Скептик, включай стрим. Короче, каждый раз, когда он будет нас ловить, мы будем обвинять его в стримопальстве. Правильно, да? А если я присягну на верность, и мы буду просто за вами бегать, а он будет бегать за мной и убивать вас? Так можно сделать? Что? Ну, Тей, надо выживать как-то в этом суровом мире. Можно, но мы тебя кикнем сразу. Нет, я хост. Для нас какой-то странный психопат среди выживших. Да, в каждом фильме среди выживших обязательно должен быть какой-нибудь ущербный, который помогает. Ну вот выясняется, что короче, на самом деле тоже магичина. Скептик должен сделать лобби, чтобы быть психопатом. По крайней мере, он так пишет. Да. Почему там есть switch roll? Есть кнопка switch roll. Ну, если так на loadout нажать, ему я нужно сделать. Кто-то должен, видимо, нажать, чтобы мы поменялись именно с ним. Потому что типа нет места. Просто она у меня неинактивная. То есть кому-то нужно ливнуть, типа, и... Нет, кому-то что-то... нужно ее нажать, чтобы я мог нажать. Я подозреваю, что это так работает. Мне выйти? У меня крестик на этой кнопке стоит. Да, но он не активен абсолютно. Может быть, тогда я не прав и скептик прав. Но тогда это... Не вижу, говорит. В смысле? У вас крестик стоит на этой кнопке? Да. That's bullshit. Я предлагаю ливать и ему скептиков создавать. А потом я тогда буду через него прыгаю и приглашаю вас всех. Да, давайте да. Так и сделаем. Красавцы, как вы догадались, я? Шутка, hello. Right. Love you. Я жду тогда создавания. And now, young Skywalker, you will die. Эй, эй. Я прям вот прям молодой учитель из какой-нибудь американской школы. Судя по всему, из секты свидетелей Иеговы. Адвентистов седьмого дня. Так, во-первых, я сначала поменяю себе внешность. А, тут только 4, да? А кто еще присоединился? Я. А, ты через меня прыгнул, да? Да. А я чё? Прыгайте просто через меня и всё. Как я буду прыгать через себя? Это же не салочки, блин. Чехарда. Присоединиться к игре. Вообще, красава. Так, Миш, ты будешь афроамериканкой или как? Да мне все равно, кем будет на самом деле. Поставлю, наверное, вот так вот. Вот видишь, у нас проблемы уже. Да, я афроамериканка. Давай, хорошо. Усяки. Гоу? Усяки, все как надо. Ну, гоу, ребята. Ну, мы сделаем это, да? Интересно, скептик тренился вообще? Прикинь, у него там... 500-й левел. И мы такие, блин. Да, мы просто даже не успеваем шаг сделать. И там маньяк ходит со скоростью света. Кто-то рейди не нажал. Угадай. ГГВП. Гейл. Так, собрались. Hello, cutie pie. It's show time. No, please, don't kill me. My master needs new flesh. Слушай, а можно в БСП это? Оф, русские фильмы показывать.
Подключить ему нормальный канал, там, наше кино, какой-нибудь там, звезда. Чего он все время Никелодиум смотрит? Ты даже канал неправильно назвал. У меня, какой именно? У меня не грузит, ну, в смысле, загрузка идет, игры нет. О, я сейчас появился. Появится. О, карный. Как мы... страшно! В разные стороны, в разные стороны разбегаемся. Работаем. А где разная сторона? Через shift можно бежать, главное не спугнуть птиц. И смотреть по сторонам всегда, потому что... Рядом со мной. По сторонам. Да? Окей. Так, все, отошел. Ребята, ну... А! Мы, кстати, так, вместе можем... А тут тоже генераторы или... Да-да-да-да-да-да-да. Я предлагаю каждый раз, когда генератор почти неудачен, сразу сваливайте от него. Лучше не рисковать. А он загорается, типа, или что? Он звук издает. О, Бонич, давай вместе подсчетим. Держите в курсе, что у вас там. Ты можешь появляться, блин, отсюда. По сторонам, главное, смотри. Блин, Бонич. Чё? Ты квиктайм ивенты запоришь, нас сейчас найдут и порежут. Да, блин, Бонич. Чё жрать надо? Рядом со мной, рядом со мной. БСП, что надо делать? Спейс сжать в это время? Там спейс на конкретном участке нужно нажать. Я минус. Окей, я пока чиню. Я плюс. Минус. Так, он тупит периодически, так что все нормально. Мы его легко уделаем. А, он мне подвесил тут совсем рядом. Капец. Я спасу. Ты спасаешь. Давай, он еще капканы здесь ставит. Да-да-да-да. А как капкан обойти? Ногами. Нормально, убежал, хорошо. Он еще рядом с вами? Он рядом так, со мной. Он, то есть рядом он с капканами, с нами, да. Значит, не видит меня, это хорошо. Потому что я сейчас починю генератор тогда. Где, как, на каком беги, участке? Беги в другую сторону! Ага. Эй! Иди сюда! Иди сюда! Отстал. А! Блин, такие звуки страшные, когда он пьет. Очень страшно. Так, один готов, починил, следующий иду. На каком участке, БСП? Что делать надо? Там... Ты в БСП, да, блин, я не пойму, что смотреть! А? Там стрелочка вращается, надо было остановить ее на том участке, где белым прочерчен. Подвесили кого-то. Кого подвесили? Это, ты? Это я висю. Да, подо мной капкан. Я отвлекся. Он еще у вас там? Отлично, ребята. Я его вижу, вижу его. Я почти его. Тратом. А как присаживаться, креветка? На контрол. На контрол присаживаться? Всегда саживаться на контрол. Так, он рядом со мной стоит. Он наполовину починен, еще один генератор. А почему не еще один генератор почти готов? А почему не засчитали мне? Все еще у меня. Мы не засчитали просто генератор. Потому что мы его не починили. Пошел, да? пошел. У меня, Пошел. Да твою мать! Так, кого-то опять? Нет, это меня убило. А, то есть ты минус уже. Фак. Когда тебя подвешивают, там выбираться надо или висеть, нет, ничего не трогать? Нет, висеть. Если ты выбираться, ты тратишь... Меня, ребят! Кровь. Фак. Не знаю, я пока выбиралась, я умерла скорее. Ну вот так, потому что когда ты пытаешься выбраться, ты кровью истекаешь быстрее. А есть тогда вообще смысл пытаться выбираться? Если рядом меня, есть... Меня, ребят, меня! Я вижу, Бонич, ты ползешь. Он за рядом с тобой или нет? А как фонариком светить? Мягко говоря. Я вижу, что тебя подняли. Я успею починить генератор тогда. Блин, я потерял генератор, который чинил. А его с двух сторон, что ли, надо чинить? Я не могу понять. Его можно с разных сторон чинить. Я не, одновременно потому, что... Не, я к тому, что я вроде починил один, а мне не засчитали. Вот я починил еще один. Все, мы починили уже два генератора. Я вот лично починил два. Я побежал подальше. Того места, где я видел маньяка в последний раз. Ко мне идет. За мной бежит. Хорошо, я тогда сейчас. Я минус. Пытаюсь
Уже минус ты? Да, вот такая вот беда. Я один остался. Не, почему я? Не, ну я не совсем минус, мне еще подвесить должны. А, я повесить? Я не вижу, где ты. Он меня вниз, в здание. Я вижу, что ты, да, где-то... А, вы там рядом, что ли? А, нет, я же все с концами. Капец. Да ты еще на крюке. Нет, все уже. Я вниз спугнул. А, ты... а теперь Дабонич остался. Фак, я опять вниз спугнул. Давай, БСП, я выживу. Там есть пара генераторов, которые почти, почти вычинены. А вот который из них? О-о, он здесь где-то. Он был рядом со мной. Find help. Бонич, у тебя все хорошо? Да, отлично, кроме того, что я ползаю по полу весь в кровище. Что значит find help? Найди помощь, Бонич. В каком смысле найти? Но я к тебе иду. Я в доме у сатанистов каких-то. Я понимаю. Скорее видит, всего, видит. Это поклонники творчества. Я не смотрел под ноги, все, он сейчас уже видит, где я. Он идет. Да, я вижу уже. Я, по-моему, это минус. Ясно, понятно, я был близок. Но я под ноги не смотрел, признаюсь. О, здорово, чувак, как дела? Как сам? Я свой. Я тоже ненавижу людей, я мизантроп. Давай вместе кого-нибудь убьем. А, ты меня, да? Ну ладно. А, перекопки нет? Ничего себе. И все, вы теперь просто медленно умираете? Ну, они пытаются сражаться, но маньяк рядом, поэтому... Тут а кто может нас, как бы... Нет! Я... А почему? А, ну типа умер тот, кто мог меня спасти, и на этом наши полномочия, все. А почему у меня ноль вообще скорость? Ребят, у меня еще вопрос. Тут есть инвентарь с ракетами. Как их использовать? Для чего? Инвентарь с ракетами? Что? Да. Ну вот где статусы, там кнопочка и коробка с сигнальными ракетами. А, ну я не знаю, зачем они нужны. Может, отвлекать можно как-то к нему. То есть они же издавать будут звук, и маньяк будет на звук. А если он умный и не пойдет на звук? Так в смысле, он в любом случае идет на звук. То есть он реагирует только по звуку. Если на карте кто-то что-то делает, то... Короче, ребята, давайте сейчас как сборная России объясним причину своего провала в первом матче. Что было не так? Я не смогла. Не, а? У меня все хорошо было, но вы все минуснулись, и я пошел спасать Бонича, попал в капкан. Ты как Агенфеев прям сейчас сказал. А что делать дальше? Давайте там снова в лобби и вперед. Скептика-то надо убить. В смысле не убить, а свалить от него. А тут у меня кнопка только Exit Party. Наверное, не так. Все правильно. А, не, все правильно. Ливай, потому что он сейчас перестает. Классная игра. Все, кто говорит, что игра классная, на самом деле маньячиная. Не, за маньяка приятно играть немножечко. Немножечко приятно. Немножечко приятно играть за маньяка. Я признаюсь. О. Как-то это необычно. Что нужно сделать, чтобы это все, ну, опять в лобби перейти? Через меня join game нажму, и все. А-а-а. Вон оно что, Михалыч. У нас столько маньяков сразу. У нас столько маньяков в чатике определилось. Там, естественно. Возьмите меня. Всем хочется майкера гуфнуть. Don't send. У меня какой-то баг вылетает. Потом надо в игру перезаходить. Куда-то в лобби можно? А, ну, exit, ну, ясно. Так, все правильно. Ты входишь в главное меню, потом shift up и join game через меня. А, ты вообще игру перезапускаешь? Ну, оно у меня вылетает. Это Windows 10, ребят. У меня тоже Windows 10. Добро пожаловать в мир Microsoft. У меня все хорошо. У тебя все хорошо... Где-то временно. Они просто еще к тебе не заходили. Они пока мной занимаются. А, давай, хорошо. Ты, главное, настрой все параметры в этот раз. Да, я думаю, надо на 8 откатываться обратно.
А лучше на семерочку проверенную. Могу подняться. Ну, скептик, не надо ничего поддаваться. Давайте. Нет, мы играем все серьезно, грамотно, стратежно. Поддаться может. Давайте его кикнем просто, раз он такой. Нет, просто нужно мотивировать. Мол, если мы победим, то фейву ему. Нормально. Нет, если проиграем, то фейву. Нет, это как раз демотивация. Ничего себе. А если я помню, так пацаны в клубах по Варкрафту выпендривались. Типа, я могу поддаться тебе. Все сразу, ненависть такая возникает к этому человеку. Тут же просто. Давайте его убьем. Хочется ему клавиатуру об голову сломать, да, еще после этого? Ну, конечно. Я могу поддаться. То есть, на самом деле, если бы я не пошел спасать Бонивуру, я мог выиграть. Ну, мораль какая. Спасать Бонивуру. Молодец, ты же мне. Каждый сам за себя. Двое не нажали рейдер. Надо сообщать, конечно, о том, что происходит рядом. Мне вообще повезло, потому что он у вас был большую часть времени. Я просто бегал и чинил генератор. Хрень, эту хрень нажать. Какую хрень? Там сектор там выделен. Сложно. Там сложно попасть в него. Ну, там есть еще маленький-маленький такой секторочек. Вот в него действительно сложно попасть. А он типа что дает? Ну, там скачок вроде как идет при починке сразу же. Да? Угу. Прикольно. Вот этого не знал. Там стрелка же быстро летает. Разве нет? Быстро. В этом как бы и так, суть. Карта ТМ. Twisted Meadows, да-да-да. Карта ТМ. Ты ее тоже узнал, это хорошо. Да-да-да, надо папа. О-о, мы все с кем-то. Так, это Майкер побежал. Правильно, БСП. А почему я одна? Майкер, давай, как бы, если увидишь генератор, ну тут уже делать нечего, надо чинить. Я вижу генераторы, иди сюда. О, Бонич, мы тут все рядом. Есть. Давайте... Начал. Бонич, я. Аналогично. Главное не... Блин, Миша, ну... А, ты его с той стороны чинишь, я понял. Да. Опознали себе. Не Бонич, я там. Ребята, меня поймали. Сейчас, Бонни, спасай Тэй. У нас генератор готов. Отлично, поехали дальше. Не, но если я здесь... Он слева. Если я здесь гуфнусь, то я здесь гуфнусь. А что он меня кинул? Он меня кинул! Не, ну, мужчина! Апарам-парам-пам! Твою мать! Отвлеки его, отвлеки. Я пытаюсь спасти Тэй. Тэй, стой, стой, стой. Не двигайся. Миша убегает от меня. У-у-у. Страшно. Очень. О-о. СП. Ну там же чуть-чуть добинтовать осталось. О-о-о-о, я не могу, он за мной бегает. Что значит БСП? Чуть-чуть добинтовать осталось. Он за мной бежит. Я пытался генератор починить, но там маньяк. Он в этот раз невидимый, кажется. Нет, он видимый. Ну, у меня сердце колотилось бешено. Ну да, это не значит, что он невидимый. На птицу чуть не напоролся. А собака-то откуда здесь? Это моя. В смысле, у меня. Уми псину. Так, короче, я вижу Тэй. Я не знаю, имеет ли смысл к ней идти. Фак, я с... А, я птица видел, все, он так, знает, он, где. Он где-то рядом. Он в общем, он меня спасет. Он за мной бежит. Побежал за БСП. Второй генератор почти готов. Ой-ой-ой. Ой, меня поймали. Вставали. А я когда ползу, он ведь видит меня? Да. Второй генератор Привет. Готов. Отлично. А, все, я еще. А, я такой кран. Я не могу попасть этой херней по этой херне. Ты ползи куда-нибудь, Миша. Если хочешь, можешь меня спасти. А он видит меня уже. Проблема Твою в том, мать. Что я сам подбежал к крюху и отдался прям у него. То есть, по сути, у меня не было шанса. Так, он вокруг меня бегает. Он бегает вокруг меня. Ко мне не идите, чините генераторы, короче.
Я медленно истекаю, ты тоже. Да-да-да, Бонич, надежда на тебя. Миша там ползает, Тей ползает, я на крюке. Тут появились уже какие-то темы, которые сейчас будут меня насиловать, и я буду терпеть, конечно, потому что я мужик. Все, поехали меня насиловать, поэтому, Бонич, если ты можешь меня спасти... Понял. Бонич не может. В данный момент абонент разговаривает. Бонич, беги, пробел там жми. Не когда... туда, не туда. Нет. Хотя... Крюку прибежал, нет. Да? Я тут уже решу, ищу себе другой крюк, Бонич. О боже. Миша, ты минус? Я не могу понять, как это генератор чинить, если честно. Там, если я подожду... Стрелки, я нажимаю, но ничего не происходит. Так, все, я минус. А, тут только так можно, да? О. Короче... Блин, а что же делать-то? Чипов принял мою жертву. Чипов, как вообще это делать? Я нажимаю Space, меня все равно убивают. Все? А если двое просто... валяются, они друг другу помочь не могут? Ну, возможно, могут, если допазут друг до друга. Черт, меня он взял. Так, я вижу. Тей! Но сейчас, скорее всего, минус, и Майкер тоже минус. Блин, я опять... Я не могу... Я нажимаю Space, а у меня все... А что такое Struggle? Страдал, сопротивляться, его надо несколько раз сжать очень быстро, очень быстро. Один раз нажать не поможет, Бонич, там надо спамить его прям. Короче, какая он... мораль? Так. Я пошел спасать Бонивура, попал в капкан, умер. Пошел спасать Тей, меня нашли и убили после этого. Итого. Ваш, если да, нет, никого не надо спасать, просто если он не реально умирает на крюке висит, то можно забить на него. Но если маньяка рядом нет, можно отхилять, конечно. Ты сейчас можешь спрятаться в кустах и лежать, пока он там не... А, я уже умерла. Миша остался. Миша, он уже рядом. Ты слышишь, как сердечко жалобно? Слышу, конечно. Стой, 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 не двигайся, не двигайся. Хотя он... А маньяк слышит что-нибудь? Он слышит, да. У него музыка должна начинать играть. Да, и еще раз, когда остается один участник, там правда, что появляется на карте люк, через который он может сбежать. Люк. Ну, на карте люк. Вот он, люк, слева, слева! Вот, Миш, стой, 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 стой! Назад надо было там... Да, в капкан! Черт! Нет, не увидел! Ты прошел чисто через люк, Миша. Прям через люк прошел. А где он? Как он выглядит? Прям как люк обычный, деревянный. Он в земле огромная дыра в ад. Во-во-во, только что через него пора. А, о-о-о! Да, ты прям через него бежал. Так а что ж не сказали? Сказал, Бонич даже сказал первый тебе про него. Не успею! Блин! Может, Миша в следующий раунд будет маньяком, чтобы посмотреть, как это сам. Нет, это не очень. Он выглядит как отец. Понятно. Как отец, в одно слово причем. Точно, как отец. Я требую реванш. А, я еще в этом, собственно говоря, в лобби. И Бонич в лобби. А вы ливнули, что ли? Похоже, что в лобби. Почему-то два Бонивура в лобби. А, нет. Это... Одна Тей. Одна из них Тей, оказалось. Грустная такая музыка, Миш. Блин, было бы карт побольше, вот это было бы интересно, мне кажется. Да, на Twisted Meadows бы мы его точно сбрили бы, да, Миш? Там экспанд ставишь и изи потом через масс его. Да-да-да. Просто... Так, давайте... Нет, давайте тактику какую-то выработаем. Первый, сначала мы появляемся вместе, имеет смысл разделиться на два и по два чинить генераторы. Когда одного... Одну пати палят, а все разбегаются уже. А почему бы в 4 разные стороны и 4 генератора? Тогда вообще будет отлично. Только я его никогда не починю, потому что я не попадаю. Во-первых, потому что Бонич не сразу починит, во-вторых, вдвоем чини быстрее. И мы его не надо будет потом искать, если вдруг... Так пусть Бонич просто бегает, если он чинить не умеет. Он только ломать будет во время починки.
Это хорошая тема. Я буду просто бегать. Я буду самым бесполезным персонажем на карте. Понял, ты нам будешь комментатор, короче, говорить, бегать за маньяком и комментировать, что он делает. Поехали. Комментатор, комментатор маньяка. Нет. Все, сейчас Боня нужно победить. Может всех спасать. Точно, я буду таинственный. Будешь всех спасать? Нет, нет, Бонневур, в общем, как таксидомаск. Появляется в самый нужный момент и всех спасает. Точно, точно. Я так и себе и представлял всегда в жизни. Я рыцарь света доблестный. Рыцарь-педофил света. Боже. У меня персонаж такой, я не виноват. Зачем? Ну, во-первых, ты сам его выбрал, так что... Я буду вас спасать от одиночества. Мы не такие, мы не того возраста, помнишь? Мы не того возраста, что нас... Да, я буду корреспондент НТВ. Друзья, тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, Бонич, мы с тобой рядом. Мы находимся на съемках программы «Криминальная Америка». «Криминальная Америка», мы видим, как простые американские подростки страдают от лицензии на право ношения оружия. Вот сейчас я пробираюсь. Так, я возле мимо покрышек. Убежище, если что. А это где-то по центру обычно, да? В данном случае в конце карты здоровенная белая дверь. Четыре человека не могут навалять одному маньяку. Навалять можем, а люлей дать не можем. Наваляли тут. Каждый раз валяю, когда он меня находит. Да-да-да, я уже навалял. Я только увидел. Да твою мать, как ты меня видел-то? А, то есть ты все уже? Я скорее все, чем не все. Чем не все. А-а-а! Скотина! Ну он меня несет. Спокойно там ломайте дизели. В смысле, чините дизели. Я женщина-афроамериканка. О, он побежал, побежал, он побежал, побежал. Это работа для спасателя. Ползи в мою сторону. Я вижу тебя, Бонич. Видишь, где он? Тебя вижу, его нет. Я его тоже не вижу, это меня пугает. Слышу, он рядом где-то, Бонич. Да он стримопал. Никто меня не видит, я невидимый. Ты будь осторожен. Все, он ушел отсюда. Радуюсь. Это меня не радует. Понял, ты можешь бегать и шуметь по карте. Тей, спасибо тебе. Херово. Спасибо. Нет, это генератор, вдвоем починим. Да надо найти его сначала. Этот генератор, понимаешь? Нет! Вижу. Я отремонтировал и валю отсюда. Чертям. А, ты его отремонтировал там, да. Но я сагрил кучу птиц на дороге, поэтому он меня знает, где найти. Он один из них? Так, я подбежал к генератору, который работает уже. Он просто отрубил мне ноги. Ребят, ну без ног я смогу починить, что ли? Ай-яй-яй. Так, Тей, ты где? Умираю. Убегаю, но умираю. Вспоминаю, умираю. Твою мать! Что такое? Он за мной бегает, ребят. Что ты делаешь с моим задом, эй? Лучше бы сказал, что у меня маньяк. Красава. Тей, зачем ты сюда прибежал? Помогай! Да какого черта, Тей, ты? Ну, я случайно. Тей придавила мне ногу. Красавцы, спасибо, ребята, никогда. Я в шкаф. Тихо. Я его услышу. Ребята, у меня план, я буду бегать, пугать ворон. Да-да-да, я про что и говорил, по карте надо бегать. Больше насадили, но я тут в шкафу сижу рядом с ним. Если что, как только маньяк уйдет, я начну его спасать. А, тащит меня в свой лоб, я туда хотел прятаться. А, да, он тебя снял с крючка, что ли? Все, понял, тогда я выхожу и пойду через генератор. Это уже починил. Так. Да. Держись, держись. Нет.
А, все нормально! Блин, даже если ты ползешь рядом с птицами, они все равно шугаются. Как успехи с генератором? Медленно. У нас только один запущен? Да, я его запустил один. Так, я... Я только что ушел от маньяка, но я сейчас тоже снова спалюсь. За мной погоня. Как от него убегать? То есть... Перешифт. Не, да понятно, а куда бежать-то? Да, ну, от него. Ты подсказываешь, нужно бежать в противоположную сторону, от стороны маньяка. Если он бежит за тобой. Что, быстрее бегать? Ну, надо вилять. Да куда вилять-то? Между препятствиями. Эх, чуть-чуть нет. Подвесили. Я висю. Че, я один опять остался? Нет, я еще здесь. Подо мной еще... капкан. Я висю. Ну ты подтверждай, если я до тебя добегу. Ну, он пока стоит, ждет. Пошел в сторону того, кто чинит. Капкан хрен заметишь, если честно. Кто чинит, к тому пошел. Я тогда начинаю пока тоже чинить. Эй, держись. Да блин! Что такое? Миш, тебя сейчас найдут. Да не может быть, это... Он же вообще тихо, как мышь сидит. Не подает признак общения. Кстати, генератор сначала... Да, он меня видит. Убегай от него, Миш. Серьезно? Да, убегай. Березка, березка, родная, да, да, я тебя обниму. Да твою ж медь, нет. Миша, Кэп подсказывает, что он где-то рядом. А вот и он. Главное, чтобы он нас тащил. Не выдержу. Ты пытайся, я почти починил. А, тут крюк сразу же. Блин. Ой, Миша-то... Не, Миша не так близко ко мне, я успею дочинить. Пожалуйста, дочинись, дочинись. Я тебя умоляю. Я тебя смажу потом маслом так. Он капкан ставит рядом со мной. Сейчас кому-то, а генератор или кому? Да, конечно, генератор. Так, ну к Мише я уже не побегу. Не надо, не надо, не надо. Не буром в популе уже бежим в лучший мир. Да, да, я уже с прабабушкой общаюсь. Пиктейт нажмите и следите по сторонам от меня, чтобы мне башкой не попало. Я минус. Я почти дочинил генератор. А как смотреть по сторонам можно в пиктейте? Крутить. О, блин, точно. ВСП, я вижу. Вот, у ВСП сейчас инвентарь на троечку. ВСП, он рядом. Или то-то. А, и вот так вот просто ушел? Да, ты просто читер. Такой жук. Добрый жук. Но он уже не справится, очевидно. Что... Не, есть люк на карте, я могу свалить через люк уже. Что, мы победим тогда? Да. Он победит, мы уже не победим. Ну, нам посмотрим. Так, мне люк вроде рядом с домом. А, это генераторы, космос. Победить за маньяка, насколько я понял, этим стримерам, которые уже много наиграли, практически невозможно. Только так. Если не... Конечно, да. Ну, что, чаржусь тогда к домнику? С богом. Я боюсь, что он рядом с люком меня будет ждать. Ну, это уже нечестно. А если четвертый генератор заводить? А где люк? А три уже заведены? Да. А как, где мы это можем увидеть? Вот где статистика, левый нижний угол. Ага. Три генератора нарисованы. Да, вижу, или... да. Короче, рядом, по-моему, вижу. Меня увидели уже. Блин, это только начало. Я не вижу люк. Я тоже не вижу. Я не вижу выхода из этой ситуации. В дом пошел. В дом. Он в доме. Зачем? А он просто там чай пьет. Чайник вскипел, да. Пошел выключить. Чайник с кровью. Так, он меня увидел, мне кажется. Похоже. Да.
Да нет, нет, тут просто сердце стучит, у тебя просто гипертония. Хорош. Хорошо. Блин, хорошо, где же люк-то, черт. Он в рандомном вообще месте, так что просто надо искать. А ты этими звуками только его привлекаешь, нет? А он, судя по сердцу, его знает. Ну, в смысле, он видит его. Чувствует сердце. А, он его видит вообще? О, да. А так можно раз? Черт, БСП, давай. Он просто за тобой медленно, а... Попался червячок. И все. Я хотел его обмануть, классно, подождать, пока он подойдет и перепрыгнуть, а он с другой стороны подошел. Но это нечестно. Накосячил я крупно в этой теме. Если бы не накосячил, было бы уже 4 генератора включено. Тупая афроамериканка 4 раза ошиблась в самом конце. И сломала все к чертям собачьим. Педофил, судя по всему, вообще всю жизнь на самокате катался. Он даже не понимает, что это такое. Я не знаю, мотор, как убегать. Ты бежишь по полю, и все, и он гоняет. А надо с конем по полю вдвоем, и тогда мы... А, мы в лобби возвращаемся, отлично. Скептик рожден маньяком. Давайте еще разок. Да, надо изи сейчас, до победы. Все, ребят, ну, хороший маньяк, надо его пытаться хотя. Кто ливнул? Ощущение, что это АИ на самой высокой сложности. БСП, куда ты ливнул? А мы все в одном месте были. Блин, и Рейди сразу же. БСП отвалился, что ли? Может, у нее интернет того? Интересно. Да, звонок завершен. Так, ну у меня Алло. Стрим вроде идет. Привет, ты, а еще раз. БСП, да, того? Его кто-то нашел. Фулл реалист, ребят. У меня все зависло. У нас минус БСП. Угу. В игре есть мод на реализм, если ты умираешь, то... В жизни умираешь. Или да. Что? Ребят, а я в какой-то игре. Ребят, я в игре. Ну, мы загрузились. Мы загрузились, но мы втроем. Только мы без сережки. Давайте попробуем. А у меня скайп завис. Я, короче, с вами общаюсь через телефон на скайпе. Так, я сразу спугнул птицу, да? А пошло оно все. Пробежал уже полкарты, ни одного генератора. Я один нашла. Прикиньте, что он сделал? Что? Мне кажется, знает, где я. Не уверен, правда. Опа. А сейчас тут есть вообще генератор? Я бабахнула. Ребят, я короче... Я сижу в шкафу, а напротив шкафа он капкан поставил, падла. Я могу выйти, интересно? Боня, ты в каком шкафу? Может, я могу обезвредить капкан? Не, я уже вышел, все нормально. Маньяк до последнего думал, что я не в шкафу. А можешь шкафы открывать? Да. Твою мать. Да какого? Держись, Бонич. Ой, я тут его не сгубнила. Короче, он готов. Меня сношает, ребята. Бонич, отвлекай, помни свой план на игру. Отвлекай, я пою ему песенки. Так, Бонич минус. Я нашла сундук. Сундук прям? Прям сундук, тут лут. Я ищу лут. В сундуке. Я птичку нашла!
Бонивору пригодится, чувствую. Бонни, где он? Вижу. Скептик, серьезно, тебя нужно проверить на меняемость, потому что ты маньячина просто. Бонни! В смысле, иди. Да я к тебе пошел! Сваливал бы ты оттуда. Блин. Вон, замри. Я замер. Ко мне идет. Лечитесь нормально. А я пытаюсь лечиться. Мне нужна левую кнопку. Я иду, я иду. Ой. Ай, что это такое? Это я не скликнула. Слушай, какой долгий хил вообще шел. Я без аптечки лечу, потому что. А есть аптечка? Он у меня! Он у меня! Он у меня! Вот сейчас аптечкой. Все, ты фул хп. Вау, спасибо. Так, что раз? Она много раз. Бонь, ко мне генератор чините. Где ты, я тебя уже... Ап! Твою... Понял? Короче... Я пока лежу. А-а-а! Тут капкан! Так, я с аптечкой, я бегу. А, не бегай, говорят, следы остаются, если ты бегаешь. Вот в чем дело. Козлина! Бонивура там минусует. Тут рядом есть генератор, который почти готов, я к нему вернусь. Миш, поднимаю. Я вижу, спасибо тебе. Все. Разбредаемся. Ой-ой. В принципе, мне норм. Да? Да. Да как же ж? Как же ж, это же ж. А я с аптечкой лежу. Вижу тебя. А маньяк у БСП свет отрубил, он у меня, да? Сейчас. Он у меня стоит. Я понял. Не отходит. Все, понес. Второй генератор готов. Миша, он, в общем, меня вешает и пошел к тебе, побежал. БСП вернулся. Ура! Серега, красавчик, у тебя отличный провайдер. Это не провайдер, это у меня свет выключали вообще. А, у тебя отличная электрокомпания. Не спорю, я очень рад. Как вы без меня выжили? Да, изи, уже 3 раза его обыграли. То есть я был слабым звеном, я понял. Я аптечку нашла. Я лежу тут в домике. Ежели что. А дом это его логово, да? Насколько я понял. А, ну там несколько крюков, как мы могли заметить. Он у меня ходит. У меня стоит. Понял. То есть мы еще ни разу не выиграли, я правильно понял, да? Нет, нет, еще. Как ты считаешь? 7-2. Умерла. Бля, как это вообще выигрывать? Давай, женщина. У нас нет тактики, мы ее не придерживаемся, поэтому... Поехали, Бонич. Наверх? В разные стороны 2 генератора нужно запустить еще. Я вас понял. Ладно, я буду смотреть, как вы выживаете. Пока что. Твою. Я вот только не пойму, если ты спрятался в шкаф, у него биение сердца все равно. Он у меня, продолжает. Да. А в чем смысл тогда прятаться, я не пойму. Если он тебя все равно палит. А,
Возможно, если ты наоборот от него убежал чуть-чуть и потом спрятался, то он не сразу тебя найдет. Возможно, когда ты не ранен, он тебя не слышит. Я на крюке, он ставит капкан. Я не сочувствую тебе. Я просто... Как это стало игрой? Ты хочешь спросить? Понял, вы где генератор, там сундук, там можно лут найти. Странно, что вы не переживали, что вдруг ко мне маньяк пришел и меня сначала... Мы это уже обсудили и решили. Да, уже пошутили. Ты что здесь может быть? Я аптечку нашла. Маньяк рядом со мной, Бонич, ты там можешь спокойно абсолютно действовать. Я шарюсь почему-то с хроном. Хотя он сейчас отливает. Я нашел фонарь. Ну... А зачем нахрен он? Не знаю, маньяк... Свети в глаза ему, в глаза ему. Короче, люк ищи, Бонич, я все. Да, вопрос, зачем фонарь? Фонарь можно светить в него, если он тащит кого-то. И это он типа... Ну, в туториале это было. Ты проходил туториал? Нет. Там видео. Он скидывает, если кого-то тащит, если светить? Да, он скидывает его. Не дал мне в шкаф залезть, скотина. Так, это 4-0 уже против скептика. Он явно за... потренировался. Да ему надо к психиатру идти точно. Может быть, в комнату милиции его сдадим? Детский психиатр с ним должен поработать. Что за садистские наклонности? Так, я готов с новыми силами, с включенным светом. Давай. Давай, запрыгивай к кому-нибудь. А, фонарик слепит на пару секунд, говорят. А кому запрыгивать-то? Вы закончили игру? Ну, вот сейчас уже финалочка пошла. А чё он, кстати, одним и тем же? Пусть он поменяет маньяков. Да какая разница? Потому что интереснее. Там есть бензопилой, тот, который невидимым становится. Это же вообще прикольно. У нас две ты в игре. Ты сначала пройди. Да-да-да. Качай перса. У нас разве мы получаем и за, как бы, игру? Мы все первого левела здесь, да? Экспани капает. У нас две Т и ни одного БСП в игре. Ща я как бы это. Пара пластических операций, и я. А вот и он. А что тут можно? Что как можно усилить персонажа? Качать. Ну да, я понял. Что именно ему можно усилить? Так, я оденусь как Джек Риппер из последнего киногероя. Только что зашел в комнату кот, а мы его сегодня подстригли полностью. Вот, это занятное зрелище, как кот в три раза уменьшается, теряет всю свою харизму былую, смотришь на него и ржать хочется, показывать это... пальцем. Это Бесса? Да, Бесса, та, которая черная и пушистая когда-то была. А что, она блохастая стала или что? Нет, просто ей жарко. Попробуй Бесса что-то сделать. Я наоборот сейчас обрастаю, Бонич. Так, ну чё, как бы это... Там трое не нажали рейди. Ой, я жду, я... пока вы нажали. Чтобы точнее. Короче, ребята, я... Да. Я предлагаю идти в ТФД, да? Да. Я предлагаю ФФАшечку. О! Бонич? Да. Ты как, на ФФАшечку настроен? Эй! Как легко вас соблазнить! А чё я не могу все равно ничего с ним сделать? От него убежать а, невозможно. А, не, Бонич, нет, ну это не дело. Спрятаться невозможно. Можно, ты смотри вокруг, что есть из подручных средств. Убегай в то место, где можно там повалить там всякие штуки. Используй бег. Короче, изучай обстановку. Так, Бонич, мы рядом. Бонич, мы с тобой рядом, поэтому сразу давай вместе держаться, идти к... и чинить. Понял? Беги за мной, короче. Иду, понял. Понял, иду, понял. Принял, понял. Так, он рядом. СП, он сейчас нас гухнет. А, дай мне выйти, Бонич, ты мне не даешь выйти. Разбегаемся в разные стороны. Каждый сам за себя теперь. Ну, в такой ситуации, да. Конечно, лучше разбегаться, на самом деле. Ёпарди, куда я пришел? Тут крюк. Что я сделал?
А если вот... Ой, не, он все равно слышит. Да я говорю, это нереально. Как вообще. У меня шкаф целое спряталось, он все равно слышит. Я не знаю, как шкафы здесь использовать, для чего. А я бегаю по кругу, такое ощущение, потому что я куда не бегу. Чувствительность мушки можно уменьшить в этой игре? Ой-ой-ой, так я был совсем рядом. Тей, тебя спасать, если что? Подо мной капкан, да. Подо мной? Я хамухаю! Блин, кто тут? Я помогу, Миш. Он идет, знаете, куда идет? Он тому, кто один стоит, идет. Развернулся на двоих. Так, разбегаемся. Мне помочь. Я понял. Миш, помогай, он рядом со мной где-то. Ты говорил, там капкан у тебя? Да, подо мной. И генератор рядом стоит. И лежит там капкан подо мной. Ой. И кто-то в него попался только что успешно. А там меня никак. Сразу в него уронили. А. То есть он бы хотел сказать, что если подойдет к шкафу, у него заиграет музыка, и он узнает, что я сижу в шкафу. Да. А в чем тогда смысл прятаться в шкафу? Вот то идет. Он бежит сюда. В разные стороны пошли. Ребят, я нашел сундук. А он здесь. Черт, он за мной бежит. Еще телефон звонит. Кругами бегай, Миша, классно. Да. Понял. Черт. Ребят, я фонарь нашел. Отлично. Алло. Свети в глаза, Бенч. Я уже. Ну возьми в любом случае. Это, конечно, ничего не сможешь прибрать немного. Да-да-да, возьми. Пока. Так, ну один генератор работает. Со мной рядом маньяк. Стоит, ждет. Ну, пока бас. Ждет, надо стоять и чинить другие эти. Да-да-да-да. Он пытается меня взять, ничего не получается. Да блин, я не удивлюсь, что ты говно. Пошел от меня. Один пошел готов. От меня. Отлично. Да в жопу этот генератор, я не буду его никогда чинить. Бежит, бежит тому, кто только что генератор зажег. Я убегаю оттуда. Осторожно, нет, Тей! Блин, я не увидел! Он к генератору побежал. Да, он туда побежал. Так, вижу, чей-то трупик красный. Попробую засейвить. Фак. Я тоже бегу к трупу. Ползу вокруг навстречу. Меня ходит. Он рядом, тихо. Боничу побежал с Мишей. Его нет. Если ну ты лечи на меня, идешь, лечи. Можешь бежать, он далеко. Я он не могу. Майкера. Миш, проползи дальше чуть-чуть. А, значит это Боня. Я не могу лечить. Да, что делать? Конь, лечи меня. Он рядом. Я здесь. Никого он рядом, нет. Беги. Вижу, он вижу, слева вижу, идет. Вижу, вижу. Он где-то рядом. Да, он в углу, в углу, в углу карты. Забейте на меня, ребят. Он идет в вашу... Нет, он в мою сторону идет. Нет, вашу. За обоями в разные стороны, ребят. Блин, я подошел к генератору, который уже чинил. Я буду Ах. Бегать тогда, отвлекать его пока. Я тоже подошел к генератору, который ты уже чинил. Я буду бегать, привлекать его тогда. Ну вы на одной волне, хорошая стратегия. Я вижу маньяк рядом со мной где-то. Я вижу Бонича, судя по всему. Да, маньяк рядом со мной. Так что вы можете спокойно действовать. Да, вот он здесь рядышком. Ну что, ну бас? О, вижу генератор. Вижу генератор. Начинаю чинить. Так, идет в вашу сторону. В вашу сторону идет, прислушивайтесь. Да, побежал. Я видел силуэт чей-то, но... Это не мы. Мог быть Бонич. Блин, там крюк. Я пойду искать этот, люк. Если что, меня все равно из-за бага не поднять. Из-за бага? Ну да. Я к тебе бегу, Миш. Да вижу, из-за бага, из-за острова заскрежет. Короче, я уже два генератора пытался починить, но это да, хрен. Да, нельзя поднять. Ну, забей тогда, забей на меня, я буду инфу давать. А люк появляется, ты не сможешь люк найти, потому что люк появляется только когда один остается. А. Я спасабельна. Я тут вот в домике лежу.
и на солнышко гляжу. Я к тебе, Тай. Да, Бонич, ты главное бегай и птиц там агри. Не, меня можно быстро сейчас спасти. Рядом со мной он. А стало быть, и рядом с вами. Нет, все, уже далеко. Привет. Нет, он... Стой, не уползай. Что надо сделать, да чтобы спасти? Да ты не... Забей на меня, я бы забагованный, как, блин, старая версия сайта. Понял. Вот, я вижу чувак. Чувак, блин, не знаю, как это сказать, где он. Ребят, меня можно спасти. Подбегите ко мне, в доме лежу. Я вижу только Мишу. Через окошко запрыгивай. Я вижу только Мишу почему-то. Так я в доме. Так ты у меня на карте не отметил. Что это? В каком доме? А, я минус вот, ребят. Вот, все, заходи. Вот этот вот сарай, да. Я внутри на полу. Ну кто в сарае рядом ходит? Рядом БСП. Это Бонивур. Я не хожу, нет, это БСП. Вот на корточке кто сейчас? Да, это... Я сейчас сижу. Вот кто-то чинит генератор, вон, ручками машет. Это не я. Или ломает. А вон она. А, о! А почему не подсвечивается она? Потому что меня сейчас быстро поднять. О, уже три генератора починили или что? А прогресс не теряется, если я отхожу от генератора? Нет. А, ну это же изи. Да ё-моё, блин, я... полегче, слышь? Идёт. Идиот. Ты навстречу ему бежишь! А, нет, фух. Ты ему навстречу не ходи. Ты минус нули. Иначе у тебя будет крюк в груди. Нет, пока ещё ковыляю. Ковыляет потихоньку. Ты отвлекай тогда пока. Где-то вот опять, я пыталась эту штуку опрокинуть, она не опрокинулась. Бонич, чини генераторы. Да я пытаюсь, бро. Я знаешь, как чиню, чинюга 50-го левела. Чинюк. О, этот не, чуть-чуть не доделан, смотри. Ой. Не ходи. А я один остался? Нет, из БСП. Давайте, ребят, у вас слаженная команда, у вас дуэт, который жил годами. Еще два нужно. Здрасте. Здрасте. Бонивура месяц. Здрасте. Как это еще два? Я уже два минимум сделал. А кто-то из вас же еще один наверняка сделал. Нет, сделал. Я взрываю там пустые. Че? Маньяк, фонариком тебе. Он рядом с тобой, Бонич? Да, пошел куда-то. Рядом. Пошел отлить. Нет, вернулся. Нет, ходит. Смотрит на меня. Ну тут что тебе надо? Ну что тебе надо? Козья морда. Блин, ну два генератора я не отчиню в один точно. Вешал есть. Все, я вижу, где Бонич. Блин, тут я рядом с генератором, но тут крюк тоже рядом. Что он там делает с ним что-нибудь? Да я же, ну... Так, понятно, валим отсюда. Он побежал, Бонич? Да, я пока... Фейс, мне весело. Нет, он убежал, да, оттуда. Помни, что если ты бежишь, он по следам может тебя это самое... А долго я могу вообще высвободиться или нет? Ну, типа, следы остаются. Я могу высвободиться от этого крюка или нет? Ай, Бонич, ну... Мне чажется спасать тебя, видимо. Там капкана нет, главное? Капкан подо мной. Есть капкан. Капкан подо мной. Ой, все, уже не спасают, в принципе. Люк открылся. Люк, да, ищем сейчас люк. Смотрим за БСП. А это был звук открывающегося люка, случайно, нет? Такой правее был. Правее был. Правее бы был. В прошлый раз он где-то здесь был. Да, рандом сказали. По генератору все. Вон он справа БС был. Чё? Был справа, был. Не люк, а маньяк. Чё там башка вылезла? Все, он рядом.
Меня спалили. Ну и все, и теперь же ничего не сделать, да? Он тебя просто слышит. А как он меня догнал вообще? Ты в капкан наступил. А, да? Какой там не было капкана? Ты наступил в капкан. Выгл. Нет, он, ну что ты, ну. Кап-кап-кап. Надо слэш озвучивать. Нет, ну что ты, ну. Зачем? Только не это. Ой-ой, мне больно. Кто-нибудь, помогите. Помогите, мне очень больно. Да. Маньяк же быстрее, но я обычно сначала вижу красный свет. Ну что ж, подаем объявление на поиск другого маньяка. Ну как, мы должны его убить, вы что? Не, мы должны выиграть. Да, должны. Так это уже дело чести. Ты извращенец же проклятый, а. О, работаем. Мы бы в этот раз были близки достаточно. Уже было хорошо. Если бы Бонич чинил генераторы, мы бы выиграли давно, мне кажется. В этой игре нужно... Ну, Бонич как бы пытается. В этой игре нужно было известных маньяков использовать. Там Чикатило, Битцевский и какой-нибудь... Я предлагаю сменить маньяка на того, кто с бензопилой. Его хотя бы слышно. Он еще 3 минуты говорит. Давайте, может, да, действительно другого маньяка, а то ждать его ищем. Так вот вы легко сдаетесь, да? Да нет, почему? Он потом вернется, отомстим ему. Просто 3 минуты маньяк умножаешь на там, количество зрителей. Давайте, может быть, советы от маньяка. Время, деньги. Советы от маньяка. Просто все ждут. Как выжить против него? Играть слаженно, чинить генераторы быстрее, Бонич. И пытаться зигзагами бегать, видимо, как-то. Там фишка в том, что, ну, вообще, мы же никак не подсвечены у него. Там нет никаких имен, никнеймов над головой у персонажей. То есть стоит тебе вильнуть за угол как-то и там дальше продолжить, виляя, как бы, бегать, то он тебя уже не найдет. Я вот когда играл за маньяка, то есть там Мишу один раз из вида потерял, он за угол шмыгнул, и там, допустим, уже 3 пути, куда он мог побежать, и там как бы как повезет. Ну ты там музыку слышишь, что он рядом? Ну и она может кончиться, и все, такой, блин, ну я не туда свернул, значит, снова придется его искать. То есть по прямой не убегай, да? Ну, естественно. Просто иногда бывают проблемы, что и сворачивать особо негде. Там вот эти... Есть строения, вокруг которых можно бегать, и все. А вот куда-то юркнули так, чтобы прямо из вида попасть. Запусти стрим, пишет Хиндер. Кому? Тебе? А ты что так удивился, не пойму. Да, я самый перспективный из вас. Что, я виноват, что ли? Гоу, пишет скептик, гоу. Так мы все рейди, да, все, поехали. Да, мы-то давно рейди. Смотрите, дерево скиллов, да у нас ноль скиллов. Какие нахер? В смысле, у нас пока только кустарник скиллов. В private матчах не идет экспа. На что мы будем тратить? А, это нужно только в... пик матчах, да, зарабатывать. Ну, в ладдере, короче, да? Ну, типа того. Так, ладно, все, я стройный, я буду бегать. Ты маньяк, БСП еще есть? В реальной жизни, да, в реальной жизни я маньяк. Обычно говорят, я жирный, я буду бегать. Так, Бонич, мы опять рядом с тобой, поехали. Поэтому я бегу подальше. О, Миша. Ну, с тобой у нас больше шансов. Птица. А, черт. Птица? Ее не надо ловить, Бонич. Да, это не повсюду гребаные птицы. Орнитолога позовите. Нет, ну должны были быть известные маньяки какие-нибудь. Фредди, Джейсон и... Так, я маньяка вижу. Вот, держи его в поле зрения. Я чё не генератор. Знаешь, у меня колотится сердечко, чё-то я не хочу. Хотя бы мы будем знать, где он. Я доверяю вам, поэтому. Сейчас меня кокешнут. Мне кажется, его... нужно как-то вижу отвлекать маньяком постоянно. Я могу может... пошуметь. Вот да. Шумлю. Один специально шумит, а второй... Меня нашли. Но Бонич далеко, я успею починить генератор, как минимум один. Надеюсь, Мишки Ретей тоже нашли по генератору. Конечно. Я шумы издаю. Так, Бонича повесили, кто-то должен его спасти. Ну, скорее всего, будет капкан там где-то рядом. Бонич, смотри, куда капкан ставит. Да он не ставит никуда капкан. Он ушел. Один готов, я побежал. Он вернулся. Окей, я тогда успею к следующему.
Попробуй Бонни спасти. Бонни, где он? Я на крике, он, судя по всему, ушел. А нет, вернулся, вернулся! Стоит возле меня. Ставит капкан под меня. Ставит капкан под меня. О, привет. Ушел. Миша. Давай поможем друг другу. Подожди, если ты завел генератор, почему 4? Не знаю, баг какой-то. Меня завел, отключился. А я могу вообще освободиться из вот этого? Скорее всего, это все генераторы на карте показываются, их 5. 3% шанс. Но я, судя по всему, попал в 97% сейчас. Да, мы с Мишей. Довольно быстрый раунд для меня. Ай, блин, в стенку уперся. Миша, ты мне путь заблочил. Он бежит за тобой. Прикольно. Удачи. А! А! Чиню. Давай. Блин, мне некуда тут прятаться. Мне некуда прятаться, некуда убежать. О, тут капкан еще на земле валялся. Я нашел еще один генератор. Чини генератор ПСП перед смертью. Да, я не могу от него убежать, он реально быстро бегает. То есть мне тут один раз перепрыгнул через этот. А вам не кажется, что удовольствие от игры получает только скептик? Бегите, беги! Миша, беги! Блин, там писечка осталась, да чини. Воу-воу, пожалуйста, можно без подробностей еще там у кого осталось? Давай-давай, писечку чини. Давай-давай-давай-давай, ребята. Не ту кнопочку нажал. Не туда! Спасибо ты вообще. Миша, если ты успеешь меня спасти, то есть самое время. Беги ко мне скорее. ПСП, я не буду говорить, что делать. Вот там, где ПСП, там наполовину... Вот прям вот чуть-чуть недочиненный генератор. Чуть-чуть. И меня еще можно спасти, может, понятно. Меня тоже можно. Миша там раненый уже. Шамансует, как бобника. Ах! Это называется побежать в обратную сторону. Я не буду даже сопротивляться тогда, потому что. А где Бонич? Бонич а минус сам. Того. Он давно минуснулся. Блин, в нижнем углу показано же. Да, уже я так сопротивляюсь. Галик. Номинально. Коня сопротивляться, забей. Вы все валяетесь. Дурашка, дурашка. Вы все валяетесь, это у вас шансы ноль. Как она кричит, у нее проткнута легкая, наверное. Сердце прям из короче. Миш, не пытайся. А, ну ты сейчас умрешь. Я понял, что attempt to escape только хуже делать тебе, потому что сразу появляются вот эти паучьи лапки. А знаешь почему? Потому что вот ты попробовал выбраться, да, у тебя не получилось, здоровье теряется. Ну, я про что и говорю, паучьи вот. Лапки и появляются. Как говорят мужики, там 3% шанс. 3%? Да. Я думал, 30%. Ты, хватит брыкаться, получай удовольствие и все. Я могу. Я верю, поэтому предлагаю. Живой не дамся. Ну, может быть, плохие новости. Он некрофил. Ровно бодро. Impaled. Fatality. Мне кажется, что удовольствие от этой игры пока получает только скептик и... Надо найти менее опытного маньяка. Да не, нормально, вот смотрите, сейчас седьмого трая убьем. Смотри, какой счет. 4000 у меня. У Леонтьева там 2, у Тейчета и у него 700, Бонич. 700. Меня сразу нашли, чё я. Меня сразу нашли и покалечили. Так ты их ходишь, бегаешь, все задеваешь. По траве не ходи, птиц не пугай. По траве не ходить? По траве прячься с контролом. Бегай редко. Ходи просто, простым шагом. Прислушивайся, как только пульс начинается, осматривайся. Затаивайся. Блин, было бы прикольно все-таки, если бы маньяка поменял. Меня достал один и тот же. Да что он такой? Адекватный. Все, он задрочил за этого маньяка и играет все спокойно. Мне лесной дух больше нравился как-то. Леший этот. С инвизом поинтереснее. Вызывайте ведьмака. Так, все. А ты помнишь, какие масла надо использовать? Не бегаем, по траве не ходим.
Зелененькое. Газон не топчем. Нет, не зелененькое, там реликт ойла, но, по-моему, не зеленое. Так, твою тут мать. Уже сагрил птиц. Да я че виноват, что они агрис. О, ребят, мы все у одной стенки стоим. Я успею. Да, это проблема. А тут этих птиц, блин. О, у меня игра зависла. Нет, зависла. Так, нашла генератор. Я вижу генератор тоже. Чиню. Да пошли они, эти птицы, в жопу. Ой. А-а! Бонус, бонус, бонус! Ай! Тэй! Блин! Две женщины за... Он на хвосте, он висит у меня на хвосте. У меня на 6 часов! Я про противника. А-а-а! Блин, бабочку вообще пускать не стоит. Это не я! Он все бежит за мной, но он в инвизе очень быстро перемещается, поэтому... В инвизе? Да. Нам идти успеем? Успеем. Опа, с моей стороны! Давайте, я пока попытаюсь починить что-нибудь. Один генератор есть, что ли? Да. Да. Че, у меня он 4 написано. Он у меня. Блин. Он за мной бегает. А как не спугнуть? Мимо нее что? Нет, там нельзя не спугнуть, писал. Ты помогай мне. Черт. Догоню сейчас. Ты препятствия старайся уходить в препятствия. Да твою ж медь. Ах, я минус. Мы починили, почему так? А, Мишу можно попытаться спасти? Не надо, не надо, не надо. Все нормально, он ушел от меня вообще. Нет, он рядом, хорошо. В инвиз пошел к одинокому человеку в угол, кто чинит генератор, аккуратно. Сейчас? Да, нет, блин, держись. А, нет, не ко мне. Ты думаешь? А это Бонивур. Бонивура месяц. Так это леший, что ли? Угу. Что, меня опять не поднять, да? А как? Забей, беги, он рядом. Я багнулся опять. Может, потому что ты черный, Миш? Да, кому нужен негр? Тем более женщина. Ой. У него рядом с тобой есть кто? Нет. Он рядом со мной, в инвизе бегает. Бежит в сторону никого. Ой, супер, спасибо, Тейшка. Бежит в сторону БС... Нет, он рядом со мной, да. В обратную сторону бежит. Тейк, к тебе бежит. Ты чинишь, беги, беги, беги. Бросай меня. Я успею. Ну это уже бегите! Он у вас. Он стрим палит, 100%. Ну бас. Я сказал, что он не туда бежит сразу, так через 5 секунд. Хоп. Разворот. В обратном направлении. А может, у него там подсвечивается что-то просто, когда лечение начинается, например. Да. Так, он, скорее всего, у вас там тусит же, да? Да-да-да, он у них. Чини спокойно. Я уже починил один. Я вижу. Там вообще починили уже 3 генератора, насколько я понимаю. Бонивура хукнули. Так, ну значит, он там, значит, я могу убежать. В инвизе он очень быстро перемещается, очень минус. Я еще да, когда начинается лечение, не подсвечивается, говорят. Ну, тогда он просто догадался. Кто ползает там? Я люк ищу, меня не надо восстанавливать, я не восстановлюсь. Вон там чинит генератор прямо по курсу. Товарищ. Это я. Остался один или два генератора, ребят. Два осталось. Я тоже почти готов. Миша, ты можешь меня хильнуть? Как? А к тебе подойду, ты меня попробуешь хильнуть. Готово. Ты хильни меня. Нет, я вообще ничего не могу делать. Чего вы все собрались в одном месте?
Да, ребят, у нас там... петицию ему подать. Сходка. Долой насилие. Пока успеваем, ты молодец, умничка. Поехали. Опа, бежит. А вот сзади, он. сзади. Бежит за БСП. БСП, у тебя реально шансы оторваться. Ты в противоположном направлении, ищи генератор. БСП шансы крайне малы. Крайне. А, он вот тут генератор, ты рядышком. Рядышком тут генератор, он смотри, уже за мной. Работает. Нет, он не работает. Вот а, это вот. Вижу. Сундук. Блин, вот сейчас еще наряд найдет, примерять будет, блин. Заводи, дизель. Это аптечка же. БСП повалили, он достаточно далеко, ты можешь успеть. Я еще буду брыкаться сейчас. Я пойду на перерез, чтобы тебе сказать заранее, когда он пойдет. Нет, дотащил до трека. Господи, там как, какое-то заклинание читал. Подвесил. Я буду висеть пока, чтобы были... Так, он, от меня он ушел. Он побежал, скорее всего, в сторону Миши. Ко мне в сторону он бежал. Я не вижу его, но он в инвизе, скорее всего. Да, он ушел сразу в инвиз. Так, я сдох. Все, наблюдать не могу. Последний генератор, да, получается? Блин, зря ты меня хилял. Надо было сразу разделяться и как бы не париться. Да, генератор не мое. Макер, ты должен его сейчас отвлекать максимум... А, ну как? Ползай и кричи. Дэй, ты можешь попытаться меня спасти, но ты... Все, последний генератор. Я чинила. Готов. Найди Эксет. Вот, все? Что значит, вон он подсвечивается, вон он. Только я боюсь, как бы он тебя не ждал здесь. Он рядом со мной, ты не беги ко мне. Не помой. Он рядом с Тэй уже. Убежать надо? Лол. Просто лол. Он рядом. Он рядом со мной, он пошел в не ту сторону, ты в правильном направлении ушел, он в противоположную сторону ушел. А где выход-то, ёпрст? Не вижу, тут стена, какой выход? Мне кажется, выход? слева должно быть. Выход надо сначала нажать. Он подсветился один раз и все, что ли? Рядом со мной был рубильник, который можно нажать, чтобы открыть дверь. Что? Да пошел. Да, ты. Вот где сейчас меня убили, там рубильник. Так, дверь вижу. Давай, я тоже вижу. Это не игра, это удаляй просто. Давай, Тэй, тебе ну! Тебе проще люк. Люк сейчас надо найти, Тэй, проще, чё, чем дверь. Я сейчас дернул рубильник и жду. Да. Вот именно. Но сейчас молись, чтобы он не успел. Да, это просто хрень. Ну, давай! Давай! Тэй, давай! Ну! И в него сразу в дверь. У-ху! Изи! Просто изи! Просто ой, и... молодец. Хотя, может, он стоял и ждал, пока она уйдет, может, он не дал ей уйти. Скорбор, никогда не будет. Ты 16,5 тысяч очков. У нее 10 вообще-то. 16,5. У меня косарик. Теперь новый челлендж. Спастись должны все. Так, предлагаю поменять маньяка из чатика, взять другого. Все, этот был слишком прост. Это да, этого прошли. Ладно, говорим спасибо скептику. Скептик, и... да, если ты слышишь, скептика. А ты слышишь, спасибо тебе. Стрим опал. Спасибо тебе, а может быть, он правда поддался? Вдруг не считается? Там даже рядом ведь ничего не звенело. А вот это единственное, что меня напрягает, потому что он, по идее, должен знать, где дверь находится, и сразу же пойти к ней, просто ждать возле нее. Кстати, это, я не понимаю, как это обойти, потому что ну, ты дверь нашел, увидел, если генератор запустит, ты возле нее стоишь и все, и ждешь. Как-то странно получается. Согласен. Так, я не могу присоединиться к игре, БСП. Ты так можешь? Еще нет. Я а, ну да. А, две двери, двери, говорят. Две двери. Два выхода. Маньяк я один. Я его обманула, обхитрила. Ну, вот оно, женское коварство. Скептик, да. Ну, спасибо тебе за многочисленные убийства. Было здорово. То есть у нас что, у нас 6-1 или 7-1? Не знаю. А ты хочешь до 7-7 довести? Да, скептик говорит, я поддался. Сейчас мы ему фыву выпишем. Да, спасибо тебе, 30-ка. Лови в качестве подарка. Да. Неплохо сыграл. Реальная фыва. Сорян, скептик. Поддался. Я бы хотел сказать, чтобы ты пришел ко мне, но ты даже на все чаты. Такой ноуманер вообще. Такой ты ноуманер.
А теперь желающих поманячить стало намного меньше, потому что... Да не-не-не, ради фывы. Нет, Миш, давай ты попробуешь заманять, хотя бы ребята посмотрят, как. Хорошо, давай. Ну и каково это? Готов. Давай. Это вы знаете, это как на вопросе у следователя. Что вы чувствовали, когда вы расчленяли людей? Приглашай, Миш. А ты можешь через меня прыгнуть, я пока выбираю товарищей. Могу предложить тебе обмен. Короче, внизу поменяться, Миш. Плюс человечек нарисован, нажми на него. Ты мне сайт, я тебе костюм и микрофон. Плюс человечек нарисован, это где? Это внизу в левом нижнем углу. Слева от лодау, там пригласить как раз. Нет. А ты захостил? Захостил. Как ты нажал? Play with friends ты нажал или нет? Скорее всего, нет. Kill your friends там в правом нижнем углу. Да, скорее всего, наверное, да. Но, скорее всего, нажал, что ты будешь маньяком, поэтому ливай через escape, лик лобби. И... Окей. Еще раз назад. Да. Зачем? А. Kill your friends. Ага. У меня то и нет в друзьях. Ты прыгнешь там через кого-то? Я через БСП запрыгну. Все через меня прыгают, сколько можно уже. Слушай, а один на один играть можно, да? Вообще маньяк против одной жертвы. Да. Это бесполезно, по-моему. Это 90% случаев в пользу маньяка, мне кажется, будет. Короче, Миш, ты можешь выбирать маньяка в лодауте. Да уже сделал. Ждем тейку и поехали. Эй. Так я через БСП присоединиться не могу. А вот все появилось. Разбань маньяка, он больше не будет. А, еще скептик с нами будет. Я бы не доверял на вашем случае маньяка. О, за нас скептик пойдет, отлично. Миша, месть. Миша, хрен ты его поймаешь, конечно. Погоди, я поменяю себе тогда внешность, чтобы ты знал, кого мочить. Ой, у меня текстурки забагались. У меня сейчас стоят сосны на фоне ничего. А я буду за скептиком тупо бегать, я понял, что он тут делает. И шуметь, да? Надо всех испугать вокруг. Так, ну что, поехали. Скептик, шанс отбить фыву. Если ты выиграешь, тебя разбанят. Еще тридцаточка сверху. Да, скептик. Главное, не поддавайся, вот этих тем не любим. А так-то, пожалуйста. Так, а какие клавиши тоже? Скептик выживает, и... а там тебе покажено все. Там M1, M2 и все, как будто одно. Говорить, я поддался, это прерогатива Санчеса, если вы понимаете, о чем я говорю. Вообще любая фраза приобретает тройной смысл, когда ты добавляешь после нее, если вы понимаете, о чем я. Вот любую, что хотите, скажите. У меня в квартире светлая стена, если вы понимаете, о чем я. Я вообще слышу что-нибудь? Я не могу. Мы не знаем, как реагировать на эту шутку. Я заполнился рядом с генератором. А я рядом с дверью. А я рядом со скептиком. Все как надо. Так, теперь Майкер, маньяк, помним об этом. Так, ну Миша с бензопилой, поэтому можно услышать, наверное, будет. Чё ты там завёлся? Блин, какой медленный. О, медленный? Хорошая новость. Скептик. Здрасте. Ой. Не туда я перелез. Прикольная карта, кстати. А, ты, вали отсюда. Березка, березонька, березки. Березка, березка. Блин, две птицы сразу. Березонька. Моя ты родная. А почему я так медленно бегаю? Инвалид. Это потому, что кто-то... К маньяку кто-то за дверь звонит. Это да, это ко мне приехали. А, понятно. Думал, чарджится. Ну ты иди открывай, Миш. Блин, да что ж такое-то? Чейнсо довольно... Миша, другую жертву. Иди за скептиком бегай. Чё ты меня выбрал? Я слабая американка. Афро. Действительно. Скептик там в это время уже 500 генераторов починил. Не, пока только один. Красава, скептик. Задача просто отвлекать Мишу, пока скептик чинит генераторы.
Так, Миша ж никогда не пойдет на звук уже работающего генератора. Нет. Я понял. У нас тут я маньяк, в общем. Дорогая, я маньяк. Не шуми, у нас стрим. Ты это ты? Это я. Карбофос! Ты молодец. Я просто буду сидеть возле работающего генератора и все. Дивин. И ждать скептика. Спасибо, Тэй. Пожалуйста. Ах вы... Вообще... Притаились, да? Здесь. Я вижу вас! А, если зажать, он чаржится, я понял. Да. Ой, это ты? Офигенно. Оу, щит, оу, фак! Факин щит, бич, ноу! Твою ж дивизию. Есть аптечка, мужики! Да, Миша, пробежал я. О, я в шоке. Дружба там. Дела. Работает. Блин. Миша, объеми мне раз все, подожди. Скептик продолжает сношать генераторы с огромной скоростью. Слушай, я советую искать скептика, потому что я, например, ни одного генератора в этой игре еще не видел. Так же странно, когда вдалеке работает пилот, ты не знаешь, откуда звук идет. Вот этот маньяк еще нормальный, кстати. Да я вообще не определяюсь. Надеюсь, что он поддается нам. Я думаю, конец этого раунда будет, что жертва будет кидать маньяка яблоко просто. И бегать вот. Понял, что ты зря туда побежал. Я там не один. Сбой, эй! Тобой... Эй! Привет! А... Нет! А, он вот так угадал. Вот, да? Nope. Да почему он не попадает-то? Скептик, давай! Кроме оперы! Ой! Ой-ой! Не надо печалиться. Блин. Маньяк впереди. Да, Миша, за маньяка не так просто играть, как кажется. Да, да, тут практика нужна. То есть против нас играл просто какой-то... Гос. Маньяк за маньяком, да? Да что такое? Куда не подойду, везде все работает. О! Я буду помогать тебе. Миша пришел смотреть генератор, да? Блин, я неудачно прибежал на самом деле. Просто делай как скептик и... Так, я не знаю, зачем он это сделал, но я повторяю просто его движение. Надо подражать скептику. Он уже аптечку где-то налутал. Ой, я потерял скептику. Вообще, ни черта не вижу. Мы не можем найти последний генератор. Я его почти починил. Что где-то в углу машин за пилой. Люди гуляют по всей карте, насвистывая песенки. Просто вот, смотрите, как сразу после тех раундов, когда реально боялся толкнуть. Миш, пили деревья, заваливайся.
Да ё-моё! Стало поинтереснее, просто сразу видно, что как бы за маньяка тоже играет человек. Да-да-да. Я снова, но пока был генератором, пришлось слинять. Да где ты его нашел? Скажи, там их два осталось. Там их осталось два, и к одному из них стопудово побежал Миша. А в сундуках либо аптечка, либо фонарь? Либо огнетушитель. Потушить задницу. Так, я попытаю перескнуть и... Ой, найс. И на этом наши полномочия все. Какие они... А! Эй! Наконец! Всё! Все закончили. Эй! Как... Ты... Ты... Да... Блин! Да ты вообще... Худший маньяк в истории просто! Это маньяк-гуманист! Нана! Нана! Давай, насилуй ее! Маньяк-филантроп просто! Ну хоть кого-то я догнал! Я пешком прогуливаюсь с сигаретой в зубах! Пошли спасать ее, скептик! Давай, давай, спасай! А ты засаду будешь только в неё, да? Я вас жду! Ребят, он злой! Илой Маша! Если, кстати, Миш, если ты её продамажишь, то её быстрее заколят. И... Я предлагаю вам спасти бедную девочку. А они не успеют. Я вот смотрю вот на ситуацию и... А я теперь понял, как надо играть, смотря за то, как играет скептик, за выживших. А и как он играет? Какие ну, как бы он останавливается возле препятствий, садится и смотрит сначала вокруг себя, прежде чем бежать куда-то. А я просто ношусь по карте, допустим. Но я думал, он сейчас побежал к выходу. И Бонич, тебе рекомендую делать. Да, вижу его. Ты не успеешь это. Давай теперь с Боничем один на один. А фонарик работает? Я застрял, ребят. Ребят, это баг, я застрял. Бонич. Бонич, давай, твоя задача выбраться с карты. Уже все сделали за тебя. Тебе главное выйти теперь. Я уже выбирался жизнью. А как выход? Здоровенную белую дверь ищи, подсвеченную. Она в стене. Да, она где-то в конце карты. Ты нашел, но не ту. Нашел. Вы мне скажите, а фонарь-то сработал, когда я им светила? Кажется, Михаила. Да, что-то было такое. Она как-то должна подсвечиваться. Ты главное, чтобы ты ее нашел быстрее, чем найдет ее Майкер. Бонич. Где ты? Все спаслись уже. Да, да. Все спаслись. Я тоже спасся. Что такое? Беги, Бонечка, беги! 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 Не туда, куда ж ты кран бежишь? Да я вообще не понимаю. О май гад, ты пробежал мимо двери просто. Да ладно, не может этого быть. Не может. Бонич. Ну, чё ты стоишь вон у нас справа? Ну, Бонич. Бонич, здравствуй! Вот оно, вот оно! Иди-ка сюда, очкарик. Ну, ну что ты? Куда ты побежал-то? Зачем ты туда побежал, Бонич? Бонич, путай следы, путай! На-на! Даже ничего водопад, не... Водопад! Водопад! Бонич, давай! Давай, страдай! На!
Но! Нет, давайте теперь остался, что Пониш был маньяком, и Тей была маньяком. Мы так еще не делали. Ой, можно я буду? Можно я? Давай следующая Тей, потом будет Пониш маньяком. Да не хочу быть маньяком. Да хочешь? Я хочу, я за него. Где? Сейчас. Жестокая игра. Да зачем? Господи, успокойтесь вы со своим джусом. Куда нам тут его? Скептик все равно будет больше тех набрал. Одиннадцать, у меня 9, это и 7, Бонивура 1, ну, понятно. Так, ну как бы это. Возвращаемся в лобби, или ты пересоздает просто? Да, ну ты должна создать, получается, да? И тогда ливаем. Давай. Из лобби. Ой, можно я лешего возьму? Пожалуйста. Только это чит, ну, пожалуйста. Там просят скептика помиловать, сейчас я его разбаню. Да, он, кстати, больше всех набрал. Нажала, создала. Нажала, создала? Приглашай. Хотя, может быть, так, я сам смогу. Так, а ты же БСП может прыгнуть, и остальные через него. Но я не могу join game. Ты kill your friends нажала, точно? Сейчас проверю. Так. Create lobby. Нет. Нет, это не то. Ты еще назад выйди. Вот, потом... да, kill your friends нашла. Вот. Пригласить. Угу. Ну, давай тогда мужика с капканом. Так, а в итоге мы выиграли этот раунд или нет? Да. Я спасся, скептик спасся, а вы стоим минус. Так я уже, я вернулся обратно, я уже тоже там в воротах стоял. Ну, считай, что спасся. Да, так что я просто проявил, я проявил жалость. Бонич, тут таких банят. Я поддался, да? Нет. Ребят, прыгайте. Ты маньяк. А, я не могу. А, могу. Я знаю точно наперед. Сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как. Я не гадок, я маньяк. Вот это подготовочка. Что за дискурс? Бонич, тебя ждем. А, не, погоди. Да что, у меня все зависло, я ничего не понимаю. Я сменю себе этот, чтобы Бонич был очкариком, которого ты могла идентифицировать сразу же. Ждем Бонича. У него все зависло. Да, я не могу никому прыгнуть. Пригласите меня в игру кто-нибудь. Так ты можешь через Shift-Tab нажать на меня и... Да не могу я нажимать, ты виснешь. Не открывается у меня Shift-Tab, нажимаю, ничего, ну и все. Ты в главный меню можешь выйти? Я в главном. Так, теперь нажать Shift-Tab. И чё? Нажать на меня правой кнопкой Join Game. Нет, не могу. А что там, не активно Join Game или чё? Это кто? А, это вот Бонич, да? Нет, не я это. Жми ready, Бонич. Расчлени меня, пол. Даже это не бы... страшно вообще. Ты слишком кавайный маньяк. Да-да-да. Ну, как бы, видишь, тут, видишь, нет, тут только моральное давление со стороны. Если было физическое, то, может быть, мы по-другому мыслили. То есть, представьте, что вы привязаны там к стулу, и она там с ножом орудует. Это же... Ну, сначала будет интересно, да, но потом, когда дойдет... Как бы... Жизненно важных органов уже там будет не смешно. Немножечко. Ну, у тебя и фантазии, Серега. В смысле, я должен иметь богатую фантазию. Ну что ж, да. Пойду отрежу что-нибудь интересного. Ну давай. Я играю за девушку. Поэтому... Пожалуйста, аппендицит можно вырезать. Не, ребят, вы это. Вы говорите, кому что. О, что тут чисто поле, лол! Чисто поле. У меня текстуры не прорисовываются, ребят. Пиши в Blizzard, Бонич. Нет, серьезно, я. У меня текстуры. Так ты все можешь видеть сразу. А винда у тебя лицензионная? Да. И вет переустанавливал. Раз херак перед лицом стена появилась. Прикольно. Ага. Кого-то нашли уже? Сейчас я вас настигну. Да у меня препятствия.
Оп. Оп. Эй! Оп. У меня при... Понимаешь, говори рядом с тобой, она или нет? У меня пустая локация, перед носом препятствие появляется. О-о! Блин. Женщина, пожалуйста, иди отсюда. Вам не рады. Блин, я не смогу. Я смогу. Оп. Оп. Там кому-то лицо ломают, мне кажется. Да, это я. А, нет! Нет, 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 ты меня обхитрила. Хитрая-хитрая Тэй. Ой. Хитс! Она у меня. Ух ты! Рыжая! Я черный. Да, мы рыжие такие. У рыжих нет души, это же всем известно. Короче, у меня прорисовывается локация по ходу движения. Это довольно интересно. Комп не тянет, да? Да, слабенький. Тихо, урисун. Так, я... Спит маньяк. От этого мне еще не больше не по себе. О, fucking shit. Этот маньяк, я с тобой хряк. Да ты подставила меня. Спит маньяк. Ты кинула, ты... А! Не получилось. Не фотонуло. Рам, бэби, рам. Он за мной, она за мной бежит. У тебя как акцент вампира из улицы Сезам. Воу! Воу! Сейчас я вас настигну! Ладно. Слушай, но если маньяк будет таким голосом, такое ощущение, что Степаша взбунтовался просто. Степаша выпил водки и гоняется за всеми. Ну чё ты мне тут мусоришь? Я вот совсем рядом. Догнала. А чё теперь делать? Оставь меня с богом. Эй, слышишь? А ты поправилась. Ой, несу. Ой. Ой, меня укачивает, когда ты это... Да не-не-не. Просто... Не трогай меня, не трогай. До свидания, мой нет. Любимый я город, Нать. О, нет! Что-то я не так сделал, все. Пацаны, крутите там динамо-машину. Мы с ней надолго тут. Сейчас. Нет, тут рядышком. Оп. Боже мой. Пойду. Ведьма! Лапшички возьму. Короче, я зашухарился, я буду ждать, пока скептик все починит. Нормальная страта. О, меня спасли, что ли? Да ладно. Черт, капец. Ой, музыка-то какая, тыгдык. Да успокойся уже, ну. Нет, Нана. Как это опять ты? Ты же не сел. Ребята, крутите там динамо машину опять же, ну. А я гуляю, а я иду, гуляю по свалке. Капец. Тут никого. Тихо. Она реально больная. Тихо только, БСП. В смысле больная? У меня все хорошо, у меня справка есть. А доктора уже нет. Okay. Эй, чуть-чуть не дошла. Чуть-чуть. Рядом. Она...
Твою ж медь! У меня такое ощущение, как будто на карте бегает только Миша, я только его нахожу. Ёбасы! А! Какого чёрта? Это не Миша был. Стой! Я вижу. А, да? Ладно. Ну как это не попадаю? Я же бью. Блин, да где вы? Ой, поймала! Боневур, отвлекай ее. Как? Все, несу. А, ты, распродажа шубы дублёнок там началась. Я Микане ношу. Че думаешь, не видела что ли? Стоит! Хитрый! Есть. Опа! Эй! Спасибо, скептик! Она за мной, она за мной! Опять сняли? Да что ж такое? Уже второй раз музыка уходит! Говоришь, как девушка, которая не поступила. Или в клуб пошла. Вот, здорово. Я себе, значит, заготовочку на зиму делаю. Мужиков заготавливаю, а их снимаю. Она рядом. Бежит. Беги, беги, короче. Ай. Ой, я в свой капкан наступила. Это из прошлого стрима. Это из прошлого трая. Я вижу. Поросёночек. Последний. Ай, блин! I'm a porky-porky. Один остался, ребята. Генератор. Чё ты с генератором рабочим стоишь? Иди меня подними. А почему у вас так тихо? Вы что, телепатически общаетесь друг с другом? Да. Ой, спасибо, добрый человек. Блин! Я нашла! Иди сюда! Я вместо того, чтобы учиться, все ставки сломала! Не, ну, ребятки поживее прыгают через препятствия. Короче, я пытался перепрыгнуть через какую-то деревяшку, а ты стоял и ногой ее ломала. Я желала тебя ударить, а он начал ее ломать. Главное, полностью сломал. Ого, как я далеко ушла. Да хватит стонать, ты. Жалко, ничтожная. Ну хочется мужчине, пусть стонет. Ну, когда хочется, нужно хотя бы как-то уединиться. Ага. Ага. Ой, я ловушку не могу. Есть? Веспа, ты помер, да? Он отлетел. А. И снова свет отключили, понятно, да? Ощущение, что отключили. Да что вы там все ломаете, да ломаете? Да хорош стонать, мужик. Давай, соберись. Ты стонешь как... Готово. Выход, ребят. А где он? Ой, слушайте, и правда, две двери. Две двери. Две всего. Просто бежать. Ну и где они? О, я не догоню так никого. Кто-нибудь видит дверь? Я вижу. Рядышком.
Блин, только один может дверь открывать. Это очень смешно. Он рядом. Он идет, он идет. Ты мимо меня. Блин, твою ж медь. А прогресс открытия двери, он сохраняется вообще? Не знаю. А в другой стороне тоже дверь есть? Да. Вы можете разделиться, и как бы кто кому повезет, тот и выиграл. Вот и петух снесет. А у меня, оказывается, электричество только в квартире отключается. Как бы на лестничной площадке оно есть, что довольно странно. Ну это все энергокомпания виновата, безусловно. Не, я, ну, не знаю, у меня так... Я ее один раз в жизни находил, и больше я не могу понять, где. Может, игра не оптимизированная, поэтому у меня свет вырубает. Да, естественно. Виноват кто угодно. Открываю. Открыл. Не надо, закрой. Продует. Это амбар, кстати. Какая это странная конструкция. Где, что это вообще за территория? Почему такая идиотская, как бы, инфраструктура в этой территории? Вижу! Вижу! Из нее... Врёшь, не уйдёшь! И ловушку твою я тоже топтал. Так, бы не вур. Да-да. Теперь твоя очередь, Боня. А, Бонич еще не спасся, что ли? Нет, я не понимаю, ты... где дверь, я не знаю, где она. Короче, ты можешь сама спасаться, Бонич помрет. А я не могу выйти, там вон две мыши ускользнуло. Я даже если и увижу что-то, то... Бонич, ты... О, это дверь, Бонич. О, здорово всем. Тей, извини, но... Опять от меня мужики. Сбежала. Разбежались мужики. Ничего. А я играл за девочку, и меня кикнуло просто. Давайте напоследок Бонич маньяк, да, и первую часть трансляции закончим. Я согласен. Да. Потому что не дай бог еще свет выключится там. Ну поехали, экзит патя. Прикинь, Бонич сейчас просто минус 7 сделает. Изи вообще. Убежали тебе. А как вообще за него играть? Что там нужно? Левую кнопку там показывать, что нужно нажать? Да. Ты разберешься быстро, там не так много. Блин, Бонич маньяк, это такая ржака будет вообще. Kill your friends, Бонич создал. Это, знаешь, это не стоит недооценивать противника. Может быть, Бонич плохой выживший, но хороший маньяк. Ладно. Мы играли с ним в Dead Island, мы играли с ним в Dying Light. Не, ну там была позиция жертвы. А вдруг здесь в Боничи откроется его скрытый потенциал? Его расчленять клешнями врагов ты имеешь в виду? А вдруг? Не, ну вот клешнями убегать сложно, а хватать так, очень удобно. Кем, кого лучше выбрать, ребят? Лешего? Ты кого тебе нравится, Бонич, того выбирай. Там обилки прописаны у каждого. Да, на английском, спасибо. Ну, чувак с капканами есть и мачете, есть леший, который в инвиз может уходить, но не может атаковать при этом в инвизе. И есть чувак с бензопилой, который может чарджиться, когда он бензопилой атакует. Понял? Нет. Приглашайте там все. Да, мы создали, ребята, прыгайте. Сори, присоединяюсь. Эй. Да, я в процессе. Все, Бонич, ты выбрал там себе? Да. Не говори нам. Конечно, не скажу. Это был сюрприз. Так, прикольно. А можно сразу рандомно появиться прямо возле вас всех четверых? И включить бензопилу и проехаться по всем. Аки Блейд Мастер. Блейдстоун. Игра называется Dead by Dying Light. Нет, что-то я не то сказал. Сейчас я вас настигну. А почему ты говоришь это шепотом? Потом. Он боится. Он такой страшный, что он боится самого себя. Суперманьяк. Скептик, я иду за тобой. Супергерой, суперманьяк. Скептик, я вычислил тебя по IP. Там краб с ножом. Этот куб. Этот момент, когда Бонни-Вур звучит не пугающе, а очень даже интригующе. Так, блин, я со скептиком заспавнился рядом. Хотя, зная его обилки... А у меня рядом крюк. А я сразу вижу генератор. Эй, привет. Здравствуйте.
Миша, работаем. Бубенцы звенят. Он леший. Сейчас ваши бубенцы будут висеть на заборе. Бубенцы, бубенцы. Радостно колдят. Люди. Люди. Это Бонич. Откройте дверь. Один готов. Да, да, да. Вон он ходит. Он в окно полез. А я не пойму, как? Как? Так, аккуратно. Ты должен зажимать, чтобы инвиз накастить на себя, пока, чтобы полоска прошла, и ты погружаешься в инвиз. Так же, чтобы выйти из инвиза, понял? Он рядом где-то. Потому что я так понял, Бонич просто ходит и звенит в колокол, и все, и больше ничего не делает. Не, он за кем-то бегает сейчас, вон, я вижу. Но он без инвиза бегает, походу. Ну зачем ему эти читерские штуки? Мы можем, кстати, параллельно подводить итоги по игре? Итог жесток. Я карту нашла. Я карта. А, вот я ее читаю, и чё? Может, тебе показывать, где генераторы? Не знаю, ничего не подсветилось. Людишки! Эй! Есть кто-нибудь живой? Поехали. Я вас Никого вижу. Никого нет. Эй. Так, второй пошел. Это не я. Тут так, тут дверь. Да, прикольно играть за маньяка, никого нет вообще. А может и нет никого? А, ну я тут думаю, что да. Я... Да блин! Ну зато я в инвизе похожу. Да. Я, кстати, вот когда бегала, я не видел вот следов от пробежек. Там, да, этого не было. Ворон не слышала. Не, ворон слышно, точно. А вот пробежек я следов точно такого не должно быть. Так, третий готов. Вот он здесь! Блин, звонарь. Чё такой медленный? Так, ты в инвизе быстрее бежишь. По лесу в Чернявском колокольчик лучше не трогать. Угу. Особенно если это леший, а не Рукуракуби. А я в инвизе... Я ещё один сделал. Я в инвизе не могу ударить, да? Не-а, тебе надо выйти из него. Понятно. То есть, по сути, ты должен подкажать, зажать, вы меня... Да-да-да, я... Так я тебе про что и говорил, ты подожди, пока полоска пройдет. То есть, ты уходишь в инвиз, подкрадываешься к жертве, так, чтобы она тебя не видела, особенно если генератор чем-то. Выходишь из инвиза и... Поехал наяривать. Последний остался генератор, да? Да. Вы его я вообще сейчас? Никого не вижу, тут как бы хз. Я уже тогда дверь буду открывать, раз уж все живы. Аналогично. Я с вами выйду, ребята. Маякните, когда генератор будет. Так ты узнаешь, тебе подсветится сразу рубильник. Да я не хочу у двери стоять, как дурак. Так, ну ты спрячься где-то. Спрятался. Молодец. Напишите в чатике, как карту использовать. Может на таб? Вот есть. РТ нажимаю, у меня полоска касса проходит, и все. А, блин! Да. Боли здесь! Сейчас его сносит. Ай, да. Твои, не твори добро! Блин, да ладно, неужели мне Бонич? А, у меня мышка слишком... Знать еще, у меня мышка слишком... Сколько там? Почти половина. Больше половины. 90%. Да, он куда-то в другое место убежал. Уже. Давай подождем Бонича, реально. Все вчетвером здесь. Вот, спасибо. Тей, надо спасать Тей, смотри! Да ты не отвлекай меня, нормально, не дергай. Живу. Блин, надо Тейк спасать. Нет. Где вы, пацаны? Ты жива, она просто... А вот. Нет, а скептика вот. Надо спасти. Это скептик!
Иди, я тебя похиляю. Иди сюда. Ребят, может я как-нибудь вам карту могу показать как свою? Как я убить его могу? Ой. Что мне надо сделать дальше? Space поднять его через... И теперь нести, да? Эй, что, скептика здесь оставляем? Бонич, я Миша, самую жирную рыбёлку поймал. Миша, мы ждём. Лучик, ребят, можете валить все. А, всё, поняла как. Это карте... я вздёрну. Ну сейчас я тебе вспомню все. Так, куда Миша, бы тебя покрасили? Ты? Вот отличный крюк. Он что, убежал что ли? Вырвался? Михаил? Что, вырвался? Он, кажется, вырвался, да. Да, он вырвался. А вот и он. Хорошо. Я тут готовился уже выхватывать из цепки клап. Тей. Бежим! Все, готовы все? Да, Миш, остался ваша дуэль с Боничем. В смысле? Мы будем спектаклем, потому что мы все сбежали. Ой, остался ты и Бонич. А как он вырвался, я не пойму. Он тяжело отдал. Там брыкался, и пока ты не успел донести до крюка... Все, остался Миша. Так, а где выход-то у нас? Колокольчики звенят, да? Молочко. Звенят колокола. Здесь надо задрочить, выучить карту. Бам-бам. Опа! О-о! Тун-тун-тун-тун. Лучше через окна. Впереди тупик. Вот она. Опа! Ты больше всех набрала. Лол, Бонич, прости. Здесь это было не провес. Умно? Нет, не провес. Ты не провес. Ну и так что, подводим итоги, как бы, как кому играю. Если честно. Мне кажется, на один раз боюсь. Ну там, скорее всего, предметы сильно разнообразят игру. Я бы потом это поиграла. Ну, я не знаю, каждый день ее, допустим, ну, не каждый день, скажем. Три года каждый день по 8 часов. И на турнире. Да. То есть не хватает различных карт. То есть понятно, что в ладере можно играть и набирать очки, и прокачивать, но... Ребят, мне уже бежать надо. Всем большое спасибо. Вот, я так понимаю, заканчиваем же, да? Да, заканчиваем. Верно, да, спасибо всем за компанию. Сейчас перерыв на 5 минут, а потом еще 6-часовой марафон. Честно говоря, я что за жертву не получил никакого фана, потому что я хрен пойму, как эти генераторы чинить. Что за маньяка, потому что хрен вообще поймешь. Ну нет, да, за каждого есть интересные какие-то команды там появляются, не знаю, это такое. Беги, все, ребят, всем спасибо, давай. Всем пока. Пока. Все, счастливо, спасибо. Пока. Мне кажется, тут... Завалил скептика, а после этого я не понял, что где, что надо жать, куда жать. Игра непонятная, то есть интуитивно нифига непонятно. Я бы сказал, она не готова. Если бы это была вот Early Access какая-нибудь игра, я бы поверил. А это прям типа законченная же. То есть тут не хватает больше режимов бы сделали, я больше считаю, бы карт. Ну, здесь нужно вообще какой-то режим прохождения против компа делать. Играй за генератор. Ну, так себе. Тебе надо просто ломаться периодически. Не, просто я не пойму, я жал те же самые кнопки А, Д, как сумасшедший, ни разу не вырвался никогда. Просто, нет, просто я так не фартило, что ты был близко к крюку, и тебя успевали насадить на крюк, прежде чем ты вырвался. А ты сам пока его донес до туда, он уже успел как бы... Какое? Не знаю, то ли играть нужно со всей, ну как бы, нубы против нубов, что я это поймал самого жесткого. Ну, видимо, что пацан задротил в эту игру. Ну, не знаю, она не по нашей части. Нам надо, по-моему, что-то хардкорное и с кучей траев, по-моему, наша тема. Вот как у нас был Alien Swarm, как был Left 4 Dead, Vermintide. Я думаю, ну, по крайней мере, надеюсь, что мы в следующий раз тогда подберем что-нибудь в этом. Ну, фуфан это, пвпшная фигня, да, это хрень полная. Все, ладно, я пошел. Всем спасибо, Бонич. Тогда тоже, Миша, счастливо. Всем зрителям спасибо, что пришли. И вас, я так понял, будет что-то из трех букв сейчас, да? Да, но не сейчас, через 15 минут, скорее всего, будет фуфашечка. Если там срочных никаких нет, то будет фуфа. Пока. Всем спасибо, Миша, счастливо, пока-пока.